горизонт у нас под ногами, а небо начинается от земли. Вот вы подумайте просто. Вот вы же все время думаете, что горизонт где-то позади. Но вы когда до него дойдете, до этого горизонта, там что будет? Земля круглая, если еще кто-то, то вы дойдете до горизонта, и он будет у вас под ногами. Он и сейчас у вас под ногами по сравнению с предыдущим, понимаете, да? То есть вот это желание куда-то добечь и там получить счастье, оно ошибочно, и вы сильно разочаруетесь.